Я очень хорошо группу Ария знаю еще со старых детских времен. Но особенно с первого нашего тура, потому что как бы первый тур, который я организовал тогда с группой RH, это был совместный тур с Арией. Вот, по-моему, какой-то год был, я даже не помню, честно говоря, по-моему, 2001, что-то типа такого. Начало 2000-х, да, и, конечно, мы прекрасно проехали, там были очень веселые концерты, были не очень приятные моменты. И, конечно, поддерживаю я контакты постоянно, мы играли пару лет на Aria Fest с ребятами вместе, вот, и, в принципе, пересекаемся часто в Москве. Да, конечно, я считаю, что Aria это наверное, самая крупная рок-группа, которая была в Советском Союзе. Она, конечно, очень хорошем уровне и прекрасно могла бы кататься и по всему миру.